Расул Мирзаев. Спортсмен беседовал с девушкой, а Иван развлекался тем, что катал по асфальту игрушечную машину на дистанционном направлении. Молодой человек шутку предложил девушке прокатиться, что, видимо, вызвало недовольство Расула. Тот предложил Агафонову прокатить его самого и, судя по описанию беседы, провоцировал столкновение. Молодой человек также шутя ответил: «Садись». Спортсмен с силой ударил ногой по машинке, а размещенный... Ой, оба! Авария! Куда он залез, Боря? Вот, поехал! Ну, трамвай на красный ехал, кстати говоря. Да. Да. Мы же стали, а трамвай куда поехал? Ой, а я снял все, у меня все снято. У меня все снято. Ты снял? Да, у меня снято все, да. Так что могу помочь. Ну-ка, номер девчонки. Где пропалось, видишь? Молодая. Ой, дым пошел. Ой, дым пошел. Маленькая машина, как называется? Да, номер, запомни, Нина, номер. Ой. Желтая машина. Ну, сейчас, наверное, не видно. Н-260АТ. Н-260АТ.